Поездка на 25-м трамвае от Останкино конечной до Сокольнической заставы. Вот тут вот Татровский трамвай 2308 или 0606. Это как раз он, то, что нужно. Вот он подходит как раз, надеюсь, 17 уедет к этому времени. Татра, двери с двух сторон. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — Аргуновская улица. Вот мне нравится, что сиденье по одному. Больше места свободного в трамвае. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — улица Цанга. Уважаемые пассажиры, будьте вежливыми, уступайте места людям с ограниченными возможностями.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка ВДНХ, Южный вход. Уважаемые пассажиры, напоминаем, что во избежание травм пассажирам необходимо держаться за поручни не только во время движения, но и при отправлении трамвая от остановки. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – станция метро ВДНХ. Уважаемые пассажиры, в случае обнаружения подозрительных или бесхозных вещей в подвижном составе, не прикасаясь к ним, незамедлительно сообщайте водителю. Двери закрываются.
Следующая остановка ВДНХ «Северный вход». Уважаемые пассажиры, маршрут городского наземного пассажирского транспорта организован в контроль оплаты проезда. Напоминаем, что будет длинный проезд не оплачен другого. В общем, заколдованный маршрут, честное слово. Туда я ехал на двух трамваях и обратно вот на двух трамваях. Опять. Так, а здесь было так хорошо. Чистое стекло, тепло, уютно. Thank you.
Останки выехал в Соколик, тянулось, блядь. А сейчас поехал на Ржаву, блядь. Совсем не то. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — улица Бориса Галушкина, дом 4. Уважаемые пассажиры, при переходе проезжей части пользуйтесь пешеходными переходами. Не переходите дорогу перед близко идущим транспортом. Переходите улицу только на зеленый сигнал светофора. Людей держите за руки. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — Ярославская улица, 40-я городская больница. ГУП «Мосгортранс» приглашает жителей Москвы и Московской области старше 21 года, имеющих образование не ниже среднего, на работу по профессиям: водитель автобуса, водитель троллейбуса, водитель трамвая, социальный пакет, льготный проезд на городском пассажирском транспорте, гибкий график, работа в районе места жительства, возможно обучение, а также профессиональная переподготовка. Подробности по телефону 8-495-950-40-40, 8-495-950-40-40. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — универмаг и Центральная городская деловая библиотека. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам, что в трамвае ведется видеонаблюдение. В случае совершения акта вандализма и других противоправных действий видеозапись передается в правоохранительные органы.
осторожны при выходе из вагона. Остановка находится на проезжей части дороги. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – площадь Академика Люлики. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны при переходе проезжей части. Неожиданный выход из настоящего транспортного средства может стать причиной аварийной ситуации. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – станция дивных натуралистов. По требованию, остановка производится только при наличии пассажиров на остановочном пункте или при получении сигнала от пассажиров. Ростокинский проезд.
Будьте осторожны при выходе из вагона. Остановка находится на проезжей части дороги. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Большая Ширяевская улица. По требованию. Остановка производится только при наличии пассажиров на остановочном пункте или при получении сигнала от пассажира. Большая аллея. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Майский просек. По требованию. Остановка производится только при наличии пассажиров на остановочном пункте или при получении сигнала от пассажира. Следующая остановка – улица
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Охотничья улица. Уважаемые пассажиры, в случае обнаружения подозрительных или бесхозных вещей в подвижном составе, не прикасаясь к ним, незамедлительно сообщайте водителю. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Сокольническая застава. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам, что в трамвае ведется видеонаблюдение. В случае совершения акта вандализма, в обратном месте, видеочеловек передается на трамвай. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Сокольническая застава, конечная. Застава замечательная. Уважаемые пассажиры, наш трамвай прибыл на конечную станцию. При выходе из вагона не забывайте свои вещи. Счастливого вам пути! Маршрут 25 от Останкино до Сокольнической заставы. Ну, опять на перекладных. Начал на одном трамвае, отличном, теплом, чистом. И вот пересадили нас на проспекте Мира, на другой. Все, конечно, гораздо хуже на нем. Ну ладно, так или иначе, 25-й маршрут снят. Теперь я хочу вернуться назад на 33-м, но это уже тема другого ролика. Спасибо вам, если смотрите мои поездки. Пишите, куда еще съездить, будет время, съездим. Всего вам доброго, до свидания.